Дом по улице Щетинкина, 26, буквально зажат в тиски. С одной стороны деловой центр столицы, с другой строится очередное здание. Территория здесь настолько маленькая, что ставить на ней еще что-то безрассудно. Но бизнес это не волнует. Недавно владелец соседнего участка заявил, к зданию столицы пристроят летнюю веранду с детской площадкой. План проекта готов, осталось получить разрешение. Однако жильцы с этим категорически не согласны. Помешает нам, потому что здесь ресторан будет. Значит, будет и музыка, и будут сюда выходить, и будут пить тут вечерами. Они же приедут все на машинах в основном-то. Где они будут ставить? Конечно, здесь все будут ставить. А здесь и так вот, видите, на общем плане, что пройти некуда от машин. Я переживаю за свой отдых. Ночной отдых, дневной отдых, ребенка также. Всякие бывают люди, и компании бывают разные. Впрочем, владельца будущей веранды эти возмущения мало беспокоят. На общем собрании он даже не появился. За него говорил представитель. Сыпал обещаниями, вертел красивыми картинками и даже о законности намерений упомянул. А после отказа жильцов заявил, веранде все равно быть. С появлением нашей камеры оратор паник и поспешил удалиться. А чего же, если все законно? Разобраться в ситуации помогли в департаменте градостроительства Абакана. Там о проекте услышали впервые. Надо сказать, что все предлагаемые элементы для строительства находятся на территории многоквартирного дома. Любые действия на территории многоквартирного дома могут осуществляться только с согласия жильцов. Для того, чтобы поставить летнюю веранду на участке жилого дома, потребуется согласие 2/3 жильцов. На создание дополнительных к ней пристроек, в данном случае детской площадки, необходимо 100% согласие. Впрочем, сегодня все жители дома уже высказались против. Виктория Титова, Дмитрий Парахин, Антон Михайлов, РТС.